Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада вас приветствовать на моем канале. Потихоньку обживаемся в станице, покупаем новую мебель, бытовую технику, наш новый дом. Если вам интересно, оставайтесь с нами, наблюдайте за нашей жизнью в станице Холмская Краснодарского края. Мы переехали на юг и обустраиваем свою жизнь с нуля. Друзья, покупаю себе кровать. Кровать стоит, каркас 14 600, а матрас 9 с лишним. Ну, короче говоря, 23 800, по-моему, сказали. Все вместе. Вот такая кроватка светленькая. А нам, в принципе, в комнату только такой размер подойдет. 1,40 м на 2. Вот. У нас комнатка узкая. В общем, вот такую кроватку мы берем. Сегодня будем спать, как белые люди, на кровати. Потихоньку обживаемся. Сегодня купили подушки. Лебяжий пух взяли и бамбук. Вот купили 5 подушек. Купили телевизор. Ой, я даже не заметила. Да, ты даже не заметила. Ага. Вот, купили телевизор. Вот взяли пока не сильно большой. Это нам на первое время, потому что у нас по деньгам тоже не очень-то приятно. Вот, но главное, что купили. Моя бамбуковая подушка. Это папина. Папина, он себе захотел бамбуковую. Она теплая, да? На лебяжьем пуху будешь. Она жестче. А, жестче? Не, да. Мне жесткая не нужна. Да вот я и жестче. У меня голова болит. Я люблю подушки. В общем, хорошие. В общем, друзья, обживаемся потихоньку. Обживаемся. Кристинке мы вчера купили диванчик. Сейчас вам покажу. Вот такой диванчик взяли. Он хорошо так раскладывается. Купили ей вчера также стол компьютерный, вот такой стол купили ей. Купили ей стул, вот такой стол ей купили. Ну, в общем, все, будем все приобретать по мере возможностей. Вот сейчас пока у нас особо разгуляться не на что, но все необходимое, думаю, мы купим. Сейчас также купили стиральную машину, нам ее привезут, купили себе кровать. Привезли нам кровать. Здесь, правда, у нас проходик такой небольшой получается. Ну, ничего страшного. У нас спальня небольшая. Вот так. А здесь я планирую поставить шкаф купить. Такой небольшой тоже. Вот. Ну, в принципе, нам с Володей хватит. Этой спальни вполне достаточно. Подключили мы стиралку, стиральную машинку. Сейчас будем запускать, пробовать. Спасибо, сыночку помог нам подключить. Кстати, машинка 1:1, как у нас была. Ну, во всяком случае, вот программы все здесь такие же. Вот. Пришлось убрать раковину, потому что по-другому никак. Ну, пока все будет так, а там уже будет видно. Кстати, я вам уже говорила, что мы будем здесь делать ремонт, но это будет уже чуть позже. Сейчас она скоро обустроится, а потом мы уже будем делать ремонты. Вот такая у нас будет стиралочка. Сейчас будем первый раз стирать в новом доме белье. Уже накопилось, кстати. Сегодня даже Антонюшка на руках стирала. Показываю вам свои покупочки. Чем девчоночки куда-то задевали или выбросили случайно. Короче, сегодня без чека. Купила минтай. Это мы в Пятерочке брали. Карточку взяли также в Пятерочке со скидочку. А теперь будем сами с карточкой со скидкой. Это нам все Кирюшка помогал. Перчик немножко купила. Свеженький, сладкий. Это купила в такую баночку, чуплашечку. Под соль. А то у меня соль, знаете, в рюмочке. В рюмочке мы купили стаканчики. Рюмочки купили. Наборчик. Нам понравился, взяли. Сало взяли кусочек. Ну что, сынка в гостях, он любит у меня сало. Вот такую взяла грудинку. А, это бедрышки, бедрышки. Вот, взяла попробовать местную. Сухариков взяли к чаю. Это Даньке купили киндеры.
Вот чудо-молочко, коктейль мы берем ему, с клубничкой он любит. И любит также вот и Кристинка, и Данька, Баунти любит, также купили. И вот Барни мы ему берем, тоже нравится Данюшке. А, сок любимый взяли, клубничный. Топленое молоко, мне очень понравилось топленое молоко, вот коровка. Взяли 4% жирности. И, девчата, покупала я капусту квашеную, вот, по-деревенски. Какая вкусная капуста! Не знаю, у меня получится, нет, что-то сейчас посолить. Хотя, я, знаете, у меня есть в планах помидоры еще закрыть. Здесь есть такие хорошие помидоры, как сливки, толстокожие такие. Если получится, пока даже не обещаю, закрою или не закрою. И немножко хочу капусты поквасить. Посолить. Но это тоже у меня так в планах, в задумках. Банки у меня здесь есть. В погребе стоят банки. Там и трехлитровые, и небольшенькие такие баночки. Поллитровые. Двухлитровые, по-моему, тоже там видели. В общем, ну пока не знаю. Вот сегодня такие покупочки. По-моему, на 1800 набрали. По-моему. Ну, мы еще взяли воды. Один большой бутыль. Таркон еще Володя покупал. Покупали мы еще сок другой детям в баночках, пока ездили, девчонки пили. Так что вот, ну, вернее, с нами была Кристинка, мы сегодня ее ездили одевать в школу. Кстати, записали ее в школу. Все, в 15-ю школу у нас будет ходить, школа хорошая. Учитель очень хороший, встретили ее прекрасно. Вот, так что жизнь налаживается. Здесь у меня, нам же багаж пришел, девочки. Сейчас буду здесь разбирать. Здесь кухонная утварь у меня. Здесь все для кухни. Пока вот так поставили коробку, будем разбирать. А это мы вчера сетку картошки купили. Вот так-то. Вот такие кастрюльки. Видите, какие красивые. Я, по-моему, уже вам показывала. Такие кастрюльки красивые. Наборчик взяли, три кастрюли. А это я сейчас поставила. Сварю макароны. Вот такие макарошки сварю на ужин. Данька у нас любит макароны. Марку вот такие рожки сварю. И сейчас немножко приготовлю печень с подливочкой. Это куриная печень. Сейчас немножко тоже приготовлю. Пока у меня там мужики работают на огороде, надо приготовить, чтобы накормить их. Ужин готов. Печеночку сделала с подливчиком куриную. И макарошки. Вот такой у нас сегодня будет вкусный, сытный ужин. Кто кушает, всем приятного аппетита!